Глава Хакасии взял на особый контроль вопрос своевременных выплат медицинским работникам, трудящимся в ковидной зоне. Напомним, нормативные акты, которые предусматривали такие меры, действовали до 31 августа. 3 октября правительство России выделило регионам средства на продление выплат. Деньги поступили сегодня. Это так называемые президентские. В обсерватории работаю с мая 2020 года, то есть уже полгода. С выплатами дела обстоят нормально. Как сказал министр, сегодня с утра все поступило на счета, никаких нареканий нет. Ковидные выплаты получили недавно. Проблем нету, каждый месяц поступает нам на счет. В полном объеме. Были подписаны соответствующие соглашения, у которых особый порядок регистрации, особый порядок прохождения. Тем не менее, нам удалось сделать это очень быстро. И на сегодняшний день осуществилось начисление денежных средств, подписание соответствующих соглашений между министерством и медицинскими учреждениями, сотрудники которых работают в ковидных зонах. Аналогичная процедура проходит и по республиканскому постановлению. Сейчас завершаются все юридические работы, что позволит приступить к начислениям в начале следующей недели. Кроме того, руководитель регионального Минздрава пояснил, с чем связано напряжение в медицинском сообществе относительно так называемых задержек. Дело в том, что начисление стимулирующих может просто не совпадать с днями выдачи заработной платы. Эдуард Иванов, Дмитрий Парахин, РТС.